занятий, привет, мои хорошие. Немного отдохнула я от сторис. Надеюсь, вы от меня тоже отдохнули, потому что сегодня буду больше снимать. Сегодня у нас фотосессия для нашего магазина. Покажу вам новиночки. Еще купила себе новую косметику, только что в машине накрасилась. Обзор смотрите. Ну, не обзор, что-нибудь поснимаю, потом покажу вам. Пока все равно едем в пробках, можете позадавать свои вопросы, я вам с удовольствием поотвечаю. Конечно, виделись, но почему-то все думают, раз мы не пилили 151 стори или не выкладывали 105 фоток в инсту, что значит не виделись. Нет, все не так. Нормальные люди могут видеться и без стори. К счастью, у меня не было растяжек после родов. Но действительно кожа не была идеальной, как бы я этого хотела. Я, кстати, с этим успешно очень борюсь. Даже в домашних условиях у меня есть линейки кремов. То есть, ну, сейчас у меня моя. Безумно жаль людей, которые заразились. Эта тема вообще не смешная, она очень грустная. Но в первую очередь я против истерии, когда везде по новостям нас начинают запугивать, везде в интернете какой-то начинают писать бред, уже перебор. Я пока не знаю. Вот только начался, поэтому, наверное, самое дорогое купленное сейчас в косметике. Я накупила один пакетик, получился 17 тысяч рублей. Ну, это пипец. Обдиралово. На самом деле, самые большие затраты – это всегда затраты в бизнес. То есть, это, ну, не покупка, наверное, но это, ну, допустим, в мой магазин я вкладываю всегда достаточно много для того, чтобы он процветал. Когда мы оба с Сергеем в Турции, тогда за кошечкой смотрит Сергей брат. Когда, ну, почему, да, и за рыбками. Почему мы ее не привозим с собой? Потому что ей запретил ветеринар перелет, потому что у нас тут уже в возрасте дамы. Сериалов мне зашел только «Великолепный век». Он действительно классный, остальные что-то как-то нет, в моем. Больно вам ведь делать обезболивание, во-первых? Нет, не больно. И вот сейчас, видите, вот этот татуаж, сейчас у меня губы даже не накрашены. А есть впечатление, что они как будто даже больше стали, хотя просто это визуальный эффект. Я напоминаю, что сейчас у нас со Светланой Вячеславовной Гагариной проходит конкурс на увеличение, на пластику груди. Если после родов у вас изменилась форма или вам что-то не нравится, вы просто хотите увеличить размер. Светлана Вячеславовна – это доктор медицинских наук, профессор. Она действительно профессионал, который многие знают и уважают и любят. Поэтому, если делать такую операцию, то смело можете идти к ней. Оставляю вам ссылочку, участвуйте в конкурсе и всем удачи! Я больше люблю юбки, но хожу брючком, потому что холодно мне, мерзну. Московская погодка, поэтому юбка как-то вообще как-то не хочется морозить. Капец. Очень классно у нас платье, тут вообще просто бомба. Здесь такой бантик сзади. Забыла вам сообщить, на моем YouTube-канале вышло новое видео. Свайпайте вверх, смотрите. Надеюсь, вам понравится. Вон цветов. Мне просто нельзя такой выбор давать, потому что не знала, что выбрать. Это еще не все. Смотрите, сколько здесь всего. Такс. Может, вообще какой-то сочный. Яркий, сочный такой красный цвет. И видите, какой блеск. Не знаю, камера передает или нет, но они прям сияют. Очень блестящие. Это специальное такое покрытие у них есть, когда ногти сильно блестят глянцем. На ногах просто бежевое сделано натуральное. В общем, очень довольна. Красотища.
и мастера очень классные. К сожалению, камера не передает, как они блестят. Я еще никогда не видела такого яркого глянца, блестящего блеска прям. Прям они как будто бы лакированные, прям лакированные. Вообще здесь классная атмосфера. Марк, Ксюша. Здесь очень красиво, очень уютно, классные мастера. Чаем напоили, конфетками накормили, сделали прекрасно. Маникюр и педикюр. В общем, иду довольная. Это привычка отовсюду уходить в бахилах. Сейчас опять ушла в бахилах. А вы так же делаете? Да? Нет? Иду сейчас к вам в шоу-рум, кстати. Надо заняться делами перед вылетом к деткам. У нас в шоу-руме работа кипит. У нас весенняя коллекция вовсю, очень много классики, есть офисные стили, есть вот такие спортивные. Вот на мне сейчас классный спортивный теплый костюмчик со стразами, такая весенняя курточка водоотталкивающая. В общем-то, все переходите в аккаунт pinzer.ru, смотрите сторисы и, конечно же, будем выкладывать посты. У нас в шоу-руме работа кипит, у нас весенняя коллекция вовсю. Синяя курточка водоотталкивающая.